В этом году в городском бюджете впервые предусмотрены средства на ремонт тротуаров. За время текущего строительного сезона где-то построили новые пешеходные дорожки, где-то отремонтировали старые. При выборе объектов администрация учитывала мнение жителей, депутатов Гордумы и сотрудников ГИБДД. В настоящее время в реестре заявок от горожан 375 пешеходных дорожек. Работы по многим будут продолжены в следующем году. Продолжится асфальтирование пешеходных дорожек на территории города, и не только в центре, но и в общем-то в отдаленных микрорайонах. Это и на сортировке, и в районе Меланжевого комбината, и, соответственно, в Курьяново. Проверить качество работ глава администрации приехал в 14-й проезд. С пешеходными дорожками здесь пока еще не все гладко. Вот, например, новый асфальт внезапно прерывается старыми ямами. Подрядчик обещает участок закончить. На сегодняшний момент откачивается вода. Как только погодные условия станут на свое место, выметим, почистим, подсыпем щебня, сделаем как бы щебеночное основание, приподнимем тротуар, чтобы его в дальнейшем не топило. И уложим асфальтобетонное покрытие на него. Проблема водоотведения пока что основная в строительстве дорог и тротуаров. Жители могут видеть, как на новых пешеходных дорожках скапливаются огромные лужи. Александр Кузьмичев заверил, что о таких проблемных объектах знает, и недостатки подрядчик будет устранять за свой счет. Вторая лагерная – пример удачный. Луж на новом тротуаре нет. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.